Вот второй раз приехал на барахолку Портабелло. Сейчас 9 утра, и все только начинается, все только раскладывается. Видать, зимой попозже. Так что хорошо рано не приехал. О, автобусик. Грузовичок. Какая прелесть. Прям меч. Да, конечно. Сувениров здесь хватает, так что надо разбираться, когда покупаешь. Я уже смотрю здесь. Очень интересно. Красивенько. Вот так еще рановато. Картину. Печати всякие. Шрифты. Пироженки. Хорошая барахолка всегда должна быть с пироженками. Спички, детям не игрушка. Вот такие вот нашел ложки. Приятные. Посмотрим сейчас. В общем, увеличил клеймо. Посмотрел. Не то это, не то. А здесь тут... А здесь только... How are you, boss? Good? Very good. I have everything, boss. Cheap like chips. This is... Очень интересно. Вот так. А ложки выглядели вообще просто шикарно, как будто серебро. Только проблема в том, что если не рассмотреть клеймо сблизи, то и лоханешься. О. Вот так. Thank you.
практически. Но мне понравилась и манера торговать ее. Ложка стоит 35 фунтов, но муж сказал, что за 25 отдаст. Ничего, найдут сегодня какой-нибудь лоха. И впарят ему серебро за 25. Обидно, конечно, что так. Идем дальше. Спросил здесь у продавца монеток про монетки. Там, что меня спросили спросить. Нету у них таких монеток. Да, все только раскладывается. Ну, вот отсюда я уже в прошлую субботу снимал. Так что больше снимать здесь не буду. Здесь только вот открывается все. Сейчас покажу еще раз улицу главную. Вот такие монетки. Одна гиена вроде бы. 28-й год. Испанская вроде бы. Ай. В общем, сейчас подойдем. Вот. Все только приехали и выгружаются. Так что и жратву только привезли. Да. Так что не сильно здесь. Сегодня даже раньше приехал, чем надо. Окей. Ладно, вот такая барахолка. Я пошел ходить, смотреть. Всем приятного дня. Вот соседняя улица. Тоже из-за того, что хорошая погода, простые люди тоже выносят то, что им не надо, и так тоже торгуют. Ну, простые, непростые. Ну, много здесь всего. Сегодня прикольно. И цены здесь будут чуть дешевле. Цветочки, духи. А здесь у нас... Да.
Даже мебель выставляют. Мотоцикл. Так, это мусор. Это антиквариат. Не перепутайте. Ляжка, ляжка. Конечно, не антиквариат, но прикольно. Ну, такая мелкая. Так, перешел на другую сторону улицы. Здесь олененок. Антикварный магазин. Кстати, антикварных магазинов здесь целая куча. Рог какой-то. Не знаю чего, но это что-то было очень большое. Ложки. Вот такой вот магазинчик. Сейчас, секунду. Дошел я в магазинчик, чтобы его не смущать, Сырочка не стал снимать. Ничего интересного там нету. Тонны, тонн 100 фарфора разного. Там 18 и разного веков. И все покрыто пылью. Обчихался в этом магазине, блин. А вот еще такой же пылесборник. О, на улице у них, если я подойду вот. О. Прямо вот на улице. Сразу видно, какое серебро. Такой красивый магазин, очень аутентичный такой, очень красивый. Все вот эти вот для графинов крышки по 5 фунтов, очень красиво. Ну, я дальше не буду ходить, потому что не хочу. Что у нас здесь? А здесь у нас шашлыки по 25 фунтов. Вообще оборзели. Курточки. Очень винтажные. Идем дальше, попросили не снимать в магазине. Очень жалко. Там такие вещи были красивые, из камней и всего. Ну, ничего не поделаешь. Здесь картошка антикварная. И свечки. Свечки.
потом одежка. Кафешка. Красивые всякие вкусненькие штучки. И мы пришли назад. Да. Мы пришли назад. И мы идем. Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. Кстати, очень неудобно. Вот почтовое отделение. Вот. И вот барахолка. Купили на барахолке всякой фигни, чтобы не везти. Заходишь в почту, сразу отправился домой за 2 копейки. И все. И налегке дальше гулять. Очень дарю лайфхак. Что у нас здесь? А у нас здесь... А у нас здесь все по 3 фунта. Кстати, очень прикольный. О, прям Клеопатра. Очень красиво. Обалдеть. Сейчас на паузу поставлю. Вышел из магазинчика. Там, конечно, интересно, но дорого, и ничего так конкретно для нас нету. Фарфор аж насквозь от солнца просвечивает. Посмотрите, старинный, я даже не знаю. Не знаю, сколько ему лет. Но весь склеенный. Ой, здесь какая-то штука была, которую я хотел спросить, сколько стоит. А ее уже купили, наверное. Хороший кофейничек такой, кофе варить. Дешево хотят, но, блин, неохота на барахолке ходить с этим. Чайником всю барахолку. Посмотрим. В общем, возвращаясь на барахолку гулять. Всем приятного дня и выходных.